Затем делегация направилась в компанию «Аквалайн Черкесски». Это предприятие по добыче и розливу минеральной и питьевой воды. Ее роль в экономическом развитии Карачаево-Черкесии имеет важное значение. Что еще узнали гости о компании и ее производительных планах, расскажет Альмина Ламкова. В компании «Аквалайн» предусмотрены все необходимые меры защиты в связи с распространением вируса COVID-19. Осмотр гостями предприятия начался с цеха по производству минерально-лечебно-столовой газированной воды «ПСЫШ». Этот бренд в 2017 году вошел в десятку самых удачных по версии Forbes. Таким образом, растет и популярность региона, в которой производится этот продукт. В итоге динамичного развития производства не только поступают налоговые отчисления, но и создаются новые рабочие места. Виды продукции, которую выпускает наша компания, это торговая марка «Эльбрусинка», это детская вода для ляль, это легенда гор Архыз и горная вершина. Средняя численность работающих на двух производственных площадках составляет 600 человек. Тем самым мы обеспечиваем рабочие места нашей республики. Все циклы работы в компании запрограммированы, автоматизированы. И качество подготовки воды никак не зависит от настроения оператора. Предприятие имеет 7 современных производственных линий разлива. В данном цеху происходит выдув бутылки. Затем в нее наливают продукт. Это лечебно-столовая вода. После чего в производственной лаборатории обязательно проводится контроль за качеством выпускаемой продукции. Ассортимент выпускаемой продукции разнообразен. Сладкая минеральная вода. И даже для самых маленьких потребителей. Всю изготовляемую продукцию представили гостям. Это десятки наименований товаров, которые прочно завоевали место на отечественном рынке. Мощность объема производства внушителен. Около 300 миллионов литров в год. Компания имеет 2 производственные площадки в Черкесске и Архызе. Они оснащены высокотехнологичным оборудованием европейских компаний. Продукция «Аквалайна» сертифицирована по всем международным стандартам. Что же касается качества и места добычи, то это горные источники Карачаево-Черкесии. Вода здесь отличается необыкновенной прозрачностью и отличным вкусом. Вода добывается из скважины, доставляется на производство и доносится потребителю в первозданной ее чистоте. На сегодняшний день компания «Аквалайн» ввела в эксплуатацию склад хранения готовой продукции, запустила транспортную систему. Процесс развития производства постоянно совершенствуется. На будущий год здесь планируют ввести баночную и новую стекольную линии. На старте проект по продаже товара на зарубежных рынках. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, «Вести Карачаево-Черкесия».